и тишь лесов, про землю вольную родную, про славу дедов и отцов. Играй, гармонь, чтоб было слышно тебя в округе и глуши, на голос твой, чтоб люди вышли сплясать и спеть от всей души. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в рамках 380-летия города Ефремова в нашем районном доме культуры «Химик» проходит фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка!». Замечателен и поистине достоин внимания тот факт, что в бескрайнем океане разнообразных музыкальных течений сквозь оглушительный грохот электронных гитар и синтезаторов животворящими ключами пробиваются голоса народных инструментов, а гармонь – инструмент истинно народный. И сегодня участники нашего фестиваля, а это не только жители Ефремова и Ефремовского района, но и жители Тульской и Липецкой области, порадуют вас своим творчеством и затронут самые глубочайшие струны вашей души. Итак, фестиваль «Играй, гармонь, звени, частушка» объявляется открытым. Слово предоставляется начальнику управления по культуре, молодежной политике, физической культуре и спорту Поляковой Ольге Михайловне. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые жители нашего города. Мы рады вас сегодня приветствовать на нашем фестивале «Играй, гармонь, звени, частушка». Нам очень приятно, что данный фестиваль проходит в преддверии юбилея нашего города. Основная задача фестиваля – это популяризация русской народной музыки и частушек среди населения Ефремовского городского округа. Наш фестиваль символизирует дружбу, сплоченность наших жителей и, конечно, возрождение старинных традиций. Сегодня вы на нашем фестивале услышите и увидите гостей коллектива исполнителей Ефремовского городского округа, Тульской области. Нам приехали гости из Становлянского района. И я хочу выразить слова благодарности всем этим коллективам, потому что они сегодня здесь с нами. Ведь русская музыка – это наша история, это наши культурные традиции. Я думаю, что сегодняшний день оставит для вас неизгладимые впечатления, поднимет вам настроение, удовольствие. А я в преддверии праздника, юбилея, хочу поздравить вас всех с наступающим юбилеем. Пожелать вам всего самого хорошего. Мира, добра, крепкого здоровья. Чтобы наш город процветал. Ну а мы, конечно, администрация муниципального образования города Ефремов, будем делать все для того, чтобы жителям нашего города жилось комфортно, комфортно и уютно. С праздником вас! Открывает программу фестиваля ансамбль гармонистов «Истоки», поселок Товарково, Богородицкий район, руководитель Корякин Николай Алексеевич. Встречайте! Ансамбль гармонистов «Истоки» – «Аламовские посиделки». Yeah.
Oh!
«Алмазские посиделки», встречайте! Пусть стоят
деревяшка три струны.
Thank you.
нежно, с переливом, как ручейком мелодия журча, пронзает души трепетным надрывом и рубанув по-русски да с плеча. А ну, рвани, тальяночку родную, отмой от горя русские сердца, пусть все плохое родину минует, и тучи бед уйдут с ее лица. А мы продолжаем на сцене Борисочкин Валентин Федорович, Каменский район. Встречайте! Сейчас мы вам сыграем «Орловские страдания». Yeah.
сцену мы приглашаем женскую вокальную группу районного дома культуры «Химия», руководитель Александр Стабров. Ефремовские страдания по лозинкам. Встречайте! Район. Встречайте!
Страдался, а без ночной остался. Вы просили страдания, а говорим вам до свидания.
свидания, шлю приветы, не приеду к вам на лето. На сцене Хаева Наталья Александровна, село Мечнянка, Ефремовский район. Встречайте! Некоторые отдачи.
Алешки. Моя душа,
На сцене Каменев Алексей Сергеевич, город Ефремов. Встречайте! Субтитры сделал DimaTorzok.
сцене Худяков Владимир Петрович, деревня Чернятина Ефремовского района. Встречайте! Руководитель Силкин Анатолий Михайлович, встречайте!